поручению Александра Ткачева вице-губернатор Владимир Свежунец на сессии районного совета представил нового исполняющего обязанности главы муниципалитета Сергея Батурина. Перед новым главой уже поставлены задачи. В первую очередь это решение социально-экономических задач, реформа ЖКХ, строительство детских садов, капитальный ремонт школ и строительство спортивных объектов. То, над чем работает всегда власть муниципальная всех уровней, начиная с поселенческой и заканчивая районной. Сергей Батурин, подполковник в отставке, служил в погранвойсках. В политике уже больше 20 лет. Был депутатом Думы Таймырского автономного округа, а затем его главой. Последние несколько лет работал министром по делам Севера и поддержки коренных малочисленных народов правительства Красноярского края, после чего переехал на Кубань. Я хочу сказать, что это один из муниципальных районов, у которого достаточно хорошая, крепкая основа на сегодня, а еще больше это хорошая база для развития. Прежний глава Усть-Лабинского района Анатолий Вороновский руководил территорией с октября 2009 года и зарекомендовал себя как эффективный управленец. Поэтому сменит вид деятельности и перейдет на работу в администрацию Краснодарского края.